открылось, что эта песня, сказка, она взрослым подсказка. Потому что в ней прямо такой, знаете, образ встречи Нового года, образ встречи перемен в своей жизни, образ того, как к ним, как к ним можно относиться и в каком состоянии вообще встречать это. И вот эта елочка, она, с одной стороны, конечно, это такой сказочный персонаж, но ощущение, что это вот как бы символ как раз такой молодой, растущий, наполненный прекрасными чувствами души. Вот, и эта душа, она благодарно принимает то, что происходит с ней, и счастливо делится тем лучшим, что, что в ней есть. Вот она сияет шариками, фонариками, что есть в ней прекрасно, она старается это подарить. И волшебство, наверное, песни и текста еще в том, что нам не просто рассказывают о том, как есть возможность встречаться с Новым годом, встречать Новый год, а сразу эти чувства дарятся, они сразу проявляются. И послушав песню, прочитав строки текста, хочется именно так встречать Новый год. И не только Новый год, а в принципе, он же, как говорил один мудрый человек, Новый год начался, и он идет, пока не наступит следующий Новый год.